Всем доброе утро. Вы на канале Татьяны Егоровой «Птичий дворик». У меня вчера, я даже не знаю, как это сказать, шоковая ситуация была, не шоковая. Сейчас попробую объяснить. Приезжаю, мне мама говорит, в вольере, вот в этом, вот где Загорские, бегает цыпленок. Точнее, даже... И не сразу его заметили. Вот здесь вот. Прям бегает малюсенький цыпленочек. У меня мама. Там у тебя цыпленок откуда? Желтенький. Наверное, говорит, куры вывели. Я говорю, ну он бы тогда с курицей бегал. Куры от него шарахаются. Он носится. Это вечер. В сараях никого не было днем. Мама не заходит, если я не прошу. В принципе, и не надо было. С утра я все сделала. Из молодняка у нас сейчас, вот из таких маленьких, только бройлеры. Это получается у меня утром выпал цыпленок. Я надеюсь, все-таки утром... О, утки яйцо снесли. Все прятать начинают. Так, еще даже не заходила сюда. Так, петухи не сбежали. Вчера он уже хомутами всю клетку завязала. Надоели. Вываливаются и вываливаются. Это получается, я вчера вот здесь вот убиралась. Утром меняла пеленку. И у меня, видимо, кто-то выпал. Значит, вот сюда. Прошел вот здесь. Вот сюда. И вон туда. Вот, вот как это, отверстие, лаз. Вышел. Я была в шоке. Как они его не заклевали, я вообще не представляю. Что тут, все живы? Привет, доходяги. Не нравятся мне вот эти вот купленные. Вообще не нравятся. Хочу позвонить женщине, с которой мы вместе в складчину покупали. Дохнут. Вон как нагадили. И пеленку не могу убрать. Очень тоненькие лапки. Прям тоненькие-тоненькие, они проваливаются в эти в ячейки. У меня ячейка где-то там сантиметр на полтора. Даже вот эти вот, которые я за два дня до покупки сама выводила, вот этих, они и то как-то покрепче и побольше. Разница два дня, чем вот эти вот, которых я у них же купила только... Тех я вывела, а так как вывод был плохой, я купила еще. Несколько штук у меня дома, штуки, наверное, 4-5. Один, смотри, сегодня подох. Забрала вообще самых мелких, горошинок, можно сказать. Мне бы быстрее бы вот, чтобы они... подросли еще хотя бы недельку, чтобы их можно уже было держать без лампы. Хочу их вот сюда пересадить. Этих петухов не буду маранов долго доращивать. Тоже уже надоели. Постоянно все переворачивают, все разливают. Вот сюда посадим. Что, пустые миски? Сейчас насыплю. Так что вот такая вот у меня была ситуация вчера. Индюшата повыше, и они сразу нашли вот эту кормушку. Вот он, индюшонок. Где-то еще один месяц. Я вообще не представляю, как он целый день выжил. На улице, без отопления, без воды и без еды. Я так думаю, что, наверное, все-таки вот с этого вольера. Я их даже не считала. Я его пихнула просто вот, вот сюда. Но... Все, товарищ, сейчас буду убираться.
А если бы его там куры заклевали, я бы, конечно, его там и не нашла даже. Потом бы, может, его там крысы уволокли. Я все-таки думаю, что крысы у нас есть. И летом, не только осенью. Я бы даже все равно его и не досчиталась, потому что у нас вот эти вот как-то вот... Опа, вот он как вышел. Вот он как вышел. Очуметь. Мама дорогая. Все, я нашла себе новую работу. Сейчас буду эти дырки закрывать. Все, товарищи, всех с добрым утром.